Всем привет, друзья, с вами Абрамс, и мы продолжаем играть в Stranded Deep. В общем, да, закончили мы на том, что я не помню на чем, потому что это было 2 дня назад. Да, я не записал 2 дня. Так, вот, я не хочу кушать, и я хочу немного пить, поэтому давайте попьем. Утолим жажду, наберем, можно? Жаль, не показывает. Ну, давайте, в принципе, еще ведерочко себе скипятим. Ну, водички. Так, отлично. Вот. И, по-моему, в прошлой части мы хотели поискать какие-нибудь лодки, ну, в общем, затонувшие кораблики, там, может быть, самолеты, потому что здесь есть и разбившиеся самолеты. Да. Так, топорик я положу здесь, потому что он мне не нужен. Вот. Сейчас поплывем куда-нибудь, занырнем. Если я, конечно, найду, куда занырнуть. Там акула. Блин, что за бред? Застрял. Так, погнали, лодочка. Вот, вон там мы, по-моему, не были. Давайте туда сгоняем. Почему нет? Отлично. Так. Ну и, в принципе, поплыли. Это будет долго и нудно, поэтому я, как всегда, пропущу этот момент. И, как доплыву, мы тут же продолжим. Так, в общем, мы приплыли. И тут вроде как, кроме вот этого корыта, ничего нет. А на этом корыте тоже ничего нет. В общем, а нет, смотрите. А нет, это просто обломки. Да, на этом острове ничего не оказалось. Где это, что такое? Что это такое? Понедельник, июнь, 26 июня 1998 год, 8 утра. Так. Короче, кто-нибудь помогите нам. Я не знаю, что это такое. Там что-то замазано или зачеркнуто, не знаю. Вот, ну это, короче, дневник, и все умрут, и все такое. Типа, просьба о помощи. Но она что-то никуда не дошла. Так, это... Палочки собирать я не буду, наверное. То есть, если место будет, я соберу что-нибудь. Но я еще хочу на другой остров какой-нибудь поплыть. Например, мы приплыли... оттуда, может быть, туда, главное не терять остров из виду, и вполне можно посещать так острова. Но как только мы найдем компас, все будет намного проще и прикольнее. Так, еще камушек. Сколько у нас камней уже? 5. Ну, тут еще, наверное, камня 2-3 будет где-то. Может больше. Может быть, меньше. Так. Даже, видимо, уже больше, да. Ну, вроде ничего интересного. А, во-во-во-во-во, я вижу. Я вижу. Только вот, давайте где-нибудь вот прямо здесь на бережку скинем. А, вот это вот все. Чтобы в случае чего у нас было место. Вот, нам туда. Отлично, плывем. По-моему, над водой мы плаваем быстрее, чем под водой. Вот-вот, нам сюда. И что здесь? Отлично. Отлично. Так, немного подышали и погнали. Главное, чтобы нас сейчас акулы не сожрали. Это было бы обидно. Вода, мне не нужна вода. Здесь что? Здесь ничего. Так, вот здесь можно занырнуть, но... я боюсь сдохнуть, поэтому да. Что у нас по... так, ну, жизни у нас максимум. Это хорошо. Это хорошо. Здесь я ничего не могу открыть. По-моему. Так, это что такое? Это close, как craftable. С помощью этого можно что-то крафтить, но... черт его знает, что-то можно крафтить. Ладно, всплываем. Ой, так. Ой, ой-ой-ой, а где? А, я просто смотрю, весло поднялось. Я думаю, блин, а где моя лодка? Мы весло... в общем-то... ну, весло, оно выпало откуда-то оттуда. Оно обычно всплывает. То есть сейчас сделали так, что... лодка и весло, ну, именно
во второй версии или во втором патче, я не знаю, когда именно. Но, в общем, вот лодка, она вот, лодка, она теперь реально плавает, то есть плавает, прям плавает. Если ее немного толкнуть, она будет плавать и все такое. То есть скользит по воде, как бы, да? Вот. И также весло, также, ой, забыли камушки. Также и весло, оно тоже плавает. Теперь оно не тонет. Потому что весло, если ну, потеряем, то мы никак не сможем плавать между островами. Поэтому, если оно упало у вас за борт, например. Да, давайте возьмем 4 камушка. Только 4. Как из этого что-нибудь крафтить? Да. Ладно, не знаю. Разберемся, в общем. Возможно, мы еще разберемся с этим. Сколько у нас время? 14 часов. Отлично. Так. 14 часов, если что, мы еще, в принципе, успеваем вернуться назад. Но... Ой, где весло? Вот оно. Отлично. Так, нужно запомнить, что вот нам ровненько туда. Да. И получается... Ну да, справа остров должен быть такой. Ну, я думаю, мы определим. Ладно, в общем, как всегда. А, вот, смотрите, там еще есть остров. Давайте лучше на тот, наверное. Или на тот, или на тот. Ладно, давайте вон туда. Вот, если что, я думаю, мы определим, что нам нужно вон туда возвращаться, не куда-то еще. Поэтому да. Ну, в общем, через секунду, как всегда. Так, я тут плыл и нашел пузырьки, как всегда, да. Тут сейчас мы, наверное, что-нибудь да найдем. Если что, тряпочку здесь бросим. Да, потому что она, возможно, нам даже и не понадобится. Так, ну, ой. Ну ладно, пофиг вообще на тряпочку эту. Так, вот. На глубину, кстати говоря, да, нырять я вам особо не советую. Просто потому что... Что это за херня? Кажется, что-то упало. Потому что здесь вы в опасности. Что это? Ракетница, наверное. Здесь вы в опасности, вы можете в легкую заболеть. Да, потому что там холодно. Вот и мне какое-то оповещение. Вот, вот. Видите, да, теперь я кашляю. У меня есть бандажики. Так, так, так. У нас гости. У нас есть бандажи, но они нам не помогут. У нас, в принципе, дома. Ой. Нам туда, да? По-моему, да. Вот, если что, у меня есть бандажики. Ой, бандажики. Таблетки. Именно витаминки, да? Они помогают вроде как от болезни. Давайте попробуем сейчас эту тварь замочить. Опа, получила. Главное сесть ей на хвост и так потихонечку, помаленечку. На глубину. Ой, 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 она меня тащит. Она меня тащит. Сдохни, падла. Что ты делаешь? Чё? Чё со мной не так? На глубину меня решила тащить. О, слушайте, далеко она меня. Надо юлить вот так вот, да? Не даваться ей. Сейчас еще, по-моему, придется перевязаться. Ай, ай, что ты делаешь? Что ты делаешь, дура? Так, стойте-ка, стойте-ка. О, все, у меня рука вся в кровище просто. О, боже. Ладно, используем. Аптечку. Все, мы в порядке. Только мы хотим есть немного. Ладно, давайте я все-таки не буду здесь ничего делать. А то мне страшно становится. Она тут, смотрите, что пытается вытворить. Так, погодите. Мы сейчас плывем вон туда. Отлично, все, плывем туда. Я не буду на нее отвлекаться. Пошла на задницу. Она какая-то дикая. Вот смотрите, что. Не дает просто уплыть. Ладно, в общем, как всегда, через секунду. Так, я уже, в общем-то, приплыл. Смотрим, что тут есть. Ну, я еще ориентир с помощью весла поставил, куда нам плыть в случае чего. Хотя уже поздновато, да, уже 17 часов. Мне нужно есть, пить. Ну, пить я могу. Могу же, да? Да, отлично, я неплохо так попил. Но сейчас мы, наверное, срубим парочку кокосов. Так. Отлично. Так. И сюда. И еще где-то тут. Вот оно. Так. Немного лагануло, но ничего. Так, а теперь нужно вас разбить. Ну-ка. Ой, как хорошо. Мне нравится, как тут ломаются вещи. То есть, кокос, я имею в виду, да? Отлично. Теперь можно поесть спокойно.
Но мы захочем бить. Нет, не захочем. Не захочем. Так, все, солнце садится. Это, конечно, не очень хорошо, но ладно. Так. Походу надо было брать больше. Не, погодите, вон там что-то есть. Что это такое? Да, там что-то пузырится. Смотрите, туда можно нырнуть. У меня нет фонаря. Вот черт. Ладно, давайте попробуем так. Он будет гореть под водой. Ну, смотрите, как горит. Горит под водой, неплохо. Так, что здесь у нас? Акул вроде нет поблизости, да? А светит он? Ну, просто гореть, потому что он горит, а вот светит, светит. Да, светит. Чё нет? 100 раз так делал. Так, ну тут, видимо, ничего. Да. Ну, значит, не очень хороший ориентир я выбрал, то есть плыть на какие-то непонятные острова. Ё-моё, я болею. Чё у меня, температура? Температура сейчас 21 градус. То есть это окружающей среды, видимо, да, температура. Ну, в принципе, это нормально. Нормально, это по норме. Это, в принципе, сойдет. Но вот, когда мы ныряли, мы переохладились. Вот. Видимо, для того, чтобы не заболеть, когда мы ныряем, нужно специальное снаряжение, которого у нас нет. Но я вот сейчас бегаю тут что-то с фонариком. Выискиваю камни, которые мне могут понадобиться. Даже уже весь остров убежал. Да, что-то не очень. Не очень мне фартит, поэтому давайте, в принципе, возвращаться. Потом, наверное, посплю, и мы продолжим. Так, а мне туда. Ну ладно, что ж, все. Давайте опять пауза. Скоро увидимся. Так, смотрите, на что я набрел. Буёк, как он называется-то правильно, я не помню. Так, у него есть что-нибудь интересное? По-моему, нету. Ну, смотрите, он вроде физичный, то есть он вроде даже куда-то плывет. Нет? Ну, на него можно взобраться, это, видимо, от акул. А плавать на него можно? Ну-ка. Нет, нельзя. Так, под него я сейчас прыгать не буду, потому что я боюсь. Да. Черт, кажется, потерялся. Нет, нам вон туда, походу. Все, плывем. Так, все. Мы на месте. Че, мы там есть, по-моему, да, хотели? Да, мы хотели поесть, попить. У нас тут как раз готова водичка. Давайте ее сюда шлепнем. И пить я не могу. Теперь могу. Еще? Нет, все. Так, у нас были крабы. У нас вот краб. Давайте его поджарим. Камушек у нас уже, кстати говоря, немало. Смотрите-ка, немало. Можно даже еще один костерчик будет сделать. Так, чисто для... для того, чтобы... Ну, жарить еду быстрее. Вот, видите, да, мы витаминками, именно витаминки, да, они вот в такой зеленой баночке. Вот такой вот. Вот, это витаминки. Мы их выпили и все. И, собственно, выздоровели. Ну, то есть, по крайней мере, кашлять я не кашляю. Это хорошо. Так. Мочим крабиков. Сейчас пойдем их жарить. Так, сюда. У нас скоро закончится. Блин, сожрал... Ну да. Сожрал краба, чуть не сдох. Так, а чё мне? Ну да. Ждем, в общем-то, когда у нас крабики сготовятся, потому что, ну, спать мне сейчас опасно, я могу... Хотя нет, не могу сдохнуть. Давайте поэтому ляжем спать. Отлично. Итого, да, мы хотим пить, есть, и у нас жизни мало. Ну, это, в принципе, не страшно. Пить мы уже не хотим. Все, всю воду мы сюда выкачали. Сейчас пожарим крабиков. Я, наверное, это тоже пропущу. Какой смысл мне показывать то, как мы жарим крабиков. Вот, я их пожарю, и мы продолжим. Но я не знаю, я, наверное, начну дом строить, да, я пока что...
Пока все это жарится, может быть, даже срублю пару деревьев. Хотя я смотрю, что тут на моем острове не так уж и много деревьев. Да, это как бы нехорошо, потому что для дома... Я не буду делать большой дом, но тем не менее. Думаю, мне понадобится... Что за хрень? Думаю, мне понадобится более-менее большое количество древесины. Так, отлично. Сколько она тут? Ну, понятно. Не очень много. Съедаем. И вот это вот еще раз. Ё-моё. Еще раз, короче, траванулся. Да. Ну, мы почти наелись, это хорошо. В любом случае. Давайте рубить нашу пальму. Что-то я как-то сел неудобно, чуть ногу себе не сломал. Так. Вот, нет, нет, стой, кустик. Иди в задницу. Отлично. Так, все, теперь это нужно сломать. У нас еще были, нет? По-моему, нет. Тогда это мы сюда кинем и начнем их рубить. Вот. Сейчас я как раз, может, даже и покажу, как строить дом. Ну, такой я не буду показывать очень крутой дом, потому что... я и сам не в курсе, как они делаются. Вот, но... Ну, хоть какой-то, я думаю, я смогу показать. Там, по-моему, с этим обновлением... То есть, вы, я думаю, уже знаете, но я все равно скажу, потому что в это обновление я играю не так много, и особо-то немного чего делал. О, я нашел ножик свой. Ха, нифига себе. Я думал, где он, где он? А он, вот он. Ну, кинем его сюда, в принципе, чё. Так, на один фундамент нам нужно 8 вот таких вот досок. Да, и вот сюда еще. Отлично. И все это закрепить молоточком. Фундамент. Также, кстати, можно делать и плот. Вот он, плавает. Но мы его делать не будем. Мы ставим где-нибудь вот здесь. Да, где-нибудь вот здесь. Фундамент. Оп, и все. Отлично. У нас еще один крабик готов, но мы, по-моему, есть уже не хотим. Да, мы хотим пить. Давайте попьем. А крабика оставим тут лежать. Если что, мы его сожрем. Да? Ты же готовый? Да, все. Отлично. Так. Еще одно дерево нужно срубить, да? Это сколько? 2 тоже. И этот. Нет, это большой. Давайте вот это срубим. Я вообще не люблю срубать деревья на том острове, на котором я живу, потому что он становится жутко некрасивым и... Ну, не похож на остров, в общем-то. Вот, но тем не менее, чтобы далеко не бегать, чтобы вас не утомлять, да и себя тоже все-таки, плавать по полчаса от острова к острову, это не очень забавно. Вот. Поэтому я не очень хочу этим заниматься, но обычно, когда вот я играю один, без записи, то я... ладно, давайте куда-нибудь все-таки поставим эту штуку. Ладно, не поставим, хотя бы сюда кинем, чтобы не мешалось, просто она мешается. Так, вот, а когда играю один, я обычно, ну, плавать люблю, то есть я как бы плаваю, мне это особо не сложно, вот. Но я, так как записываю ролик, вот, я стараюсь это делать не так много, не в таких больших количествах, так сказать. Ну вот. Так, дорубаем вот это бревнышко и поставим еще один фундамент. А там, наверное... Вот я сейчас не знаю, как можно спланировать это все. То есть тут может быть 2 фундамента, потом тут еще 2 фундамента, лесенки там всякие. И как бы тут стенка, вот здесь, да? И вот здесь стенка. Вот. А здесь не будет стенок, только так, просто как бы под открытым небом. То есть я еще не решил, но посмотрим, в общем. Так. Так.
Так, можно... Ну, суппорты мне не нужны. Вот. А фундамент почему бы и нет? Вот. Сейчас надо будет начать делать стены. А стены делаются из большого количества вот этих вот листьев пальмовых. И веревочки нужны будут, да? Давайте... Ну, нет. Давайте дорубим тогда уж пальмы и приступим к веревочкам. Чувствую, все-таки придется плавать на другие острова, но я думаю, можно построить моторную лодку, хотя я не знаю, как это делается. Ну, она делается из плота и запчастей для моторной лодки, но как именно, я не в курсе. Да, кровать. Ой, кровать можно будет перенести. Кстати, да, смотрите, вот тут, я уже говорил, по-моему, но тут два сросшихся дерева. Их можно будет срубить, по крайней мере, одно из них, и будет прикольно. Так, нет, той. Так, я положу это все дело сюда. И вот это тоже. Так. Отлично. Теперь мне нужны палки. Палки и веревочки. Ну, веревочки я знаю, где взять. У нас тут где-то были... Да, вот они, юка. С этим проблем особо нет. У нас еще там валяются они где-то. Если не ошибаюсь. О, у нас есть кокос, отлично. Можно будет, если что, их сожрать. Так, вот еще юка. Так, отлично. Сюда же кидаем юку. Как-нибудь покрасивее надо было, конечно. Ну, ладно. И вот, и да, еще одна. Итого у нас 5 этих штук. Я думаю, это, конечно же, не очень много, но сойдет. Если что, сейчас проверим. Я просто точные рецепты тут не помню. Так, приближенно. Сколько у нас время, кстати говоря? 11 часов. Сегодня будет дождик, судя по часам. Кстати говоря, странно, что часы могут показывать погоду. Соответственно, у них есть, видимо, выход в интернет. Вот. Либо же... Ну, и GPS, скорее всего, да? Но, тем не менее, подать сигнал бедствия мы не можем. Странно. Ну да ладно. Как-нибудь накидать это сюда. И что у нас получается? Нет, кровать нам еще одна не нужна. А вот... Вот! Значит так, что нам нужно для стены? 4 палочки, 2 пальмовых ветки. Ага. А руф, это что? Это крыша, по-моему, да? Руф, это крыша. Но нам еще нужны саппорты, как правильно. Я не знаю, куда ударение, но не суть. Так, вот, и дверь тоже. 2 веревки, 4 палочки, 2 пальмовых ветки. Ну, давайте сделаем... Получается, 1, 2, 3, 4, 5 штучек вот таких вот. Да. И тогда нам не хватит на стену. Ну ничего, еще, в принципе, срубим. Все, отлично. Да, да, нам не хватает на стену. А сколько нам не хватает? 1, 2, 3. Одной, по-моему, да, одной не хватает. У нас они есть, у нас их... Нет, еще и у нас костер закончился. Нужно будет все-таки плавать на другие острова за пальмами. Но в любом случае давайте попробуем сначала срубить вот это дерево, например, да? Другое не срубается? Не срубается. Ох ты ж, где оно? А, вот оно. Прикольно, прикольно. Так, ладно, давайте... Нет, вот эту часть сначала срубим. Окон я делать не буду. Хотя я не знаю, можно... Нет, по-моему, можно было их как-то делать. Я, правда, не помню, как. Стой, стой. Знаете, вот на уроках иногда развлекаюсь, ставя ручку на парту. Да, ну, что-то... Может, получится, нет? Стой. Стой. Во. А теперь можно рубить. Отлично. И оно не падает. Шикарно. Неплохо, неплохо, да. Оп. Теперь это все скидываем сюда. И...
Ну, в принципе, знаете, да, так я и научился строить. What the fuck? Что это было? У меня почему-то резко зажужжал сильно компьютер. Я аж испугался. Что-то мне так. Ни хрена себе, что это за звуки такие. What the fuck? Что там происходит? Погодите. Да, ну, в общем, то, что у меня не очень хороший процессорный кулер, дает о себе знать. В общем-то, да, он немного перегревается. Я сейчас открыл окошко, чтобы не так жарко было, а то я аж сам что-то немного. Ну, жарко мне, в общем. Ну, я еще и болею, конечно. Возможно, у меня температура, но вообще пофиг. Вот. Что я там говорил? Что-то я говорил. Ну, в общем, да, строим дом. Уже одна стенка есть. Сейчас будет еще одна. Вот. Отлично. И с этой стороны тоже две стенки будет, да? Знаете, как какие-нибудь там гавайские фильмы, там такие лавочки, ну, лавочки, я имею в виду торговые лавочки, там где вот такие вот как бы барные стойки, что ли, и здесь так, ну, в общем, ладно. Херню несу. Так, это можно, опять же, положить сюда. Это нам не надо. Так. Блин, ну вот это дерево я явно не хочу срубать. Это дерево тоже явно не хочу срубать. Оно красивое. Вот, а других деревьев особо у меня нет. Осталось только вот это. Итого у меня голый остров. А нет, еще вот это, но я его точно срубать не буду. То есть оно высокое, смотрите, какое оно высокое. Но оно, блин, оно классное. Оно классное, я не хочу его срубать. Хотя из-за вот этого дерева его особо и не видно. Поэтому... Да, возможно, я его срублю. А вот это оставлю. Да, почему нет? Отлично. А можно будет с собой, в принципе, привезти дерево с другого острова. Да, если получится, конечно. То есть я попробую. Вот. Отлично. Вот, смотрите, какое оно здоровое. Надо было его в самом начале срубить. Мне его бы на всю жизнь хватило. Ну, это, конечно, вряд ли так, но тем не менее. Несем его сюда поближе. Вот, какое, смотрите, какое оно большое. Ладно. Так, я не то бью, наверное. Ну, ладно. Если что, посмотрим. И что, сломалось? Да, так я и знал, что я не то бью. Ну да ладно. В общем. Раз, и вот это. Дорубаем. И практически наш дом готов. Я думаю, я дострою его в следующей серии, потому что это уже идет, наверное, почти 30 минут. Я точно не знаю, но где-то так. Плюс-минус, так сказать. Вот, а это довольно-таки много. Мне это все дело еще обработать надо будет. И все такое. Так. Это сюда скинем. Еще одну стену. Да, давайте вот здесь стену поставим. А мы можем еще сделать... Нет, спорт нам не нужны. Надо сначала поставить, наверное, фундамент, я думаю, потому что если мы поставим сюда стену, то вот сюда будет забираться довольно-таки проблематично. Видите, да? То есть не с первого раза. Хотя нет, смотрите. Если взять достаточный разгон... Да, нормально, сойдет, ладно. Но все равно я поставлю еще один фундамент, и потом уже посмотрим. Ну, кстати говоря, пальма не такая уж и большая оказалась. Всего, сколько получается? 16 палочек этих... Вот, не очень много. Ну вот, часы не соврали, дождь пошел. Вот. Ну а мы, в принципе, достраиваем домик. По крайней мере, первую часть дома мы точно достроим. Так. Фундамент. Поставим сюда его. А еще можем... Нет, стену мы уже не построим. Ну, по крайней мере... Нет, построить... Построить-то построим. Но мне понадобится еще одна палочка. Но у меня есть целых 4. Так что неплохо. Так. Сейчас последнюю стену мы поставим. И в принципе все. Так. Стена. Оп, отлично. Еще может?
А, у меня нет ничего больше. Ну, в принципе, все. На этом, я думаю, все. С вами был Абрамс. На этом мы так вот небольшой домик такой начинаем строить. В следующей серии, я думаю, он будет закончен. Вот. Ну, а на этом, наверное, все-таки все. Кстати, мне вот что интересно, сюда вода набирается или нет? Надеюсь, что да. Вот, зажигаем вот эту штучку. Мы хотим есть. Мы хотим есть. Мы, кстати, очень хотим есть. Поэтому сейчас мы даже водички наберем. Вот, ну а с вами я попрощаюсь. На этом все. Удачи. Хотя нет, не все. Если вам понравилось, то подпишитесь. Если этого еще не сделали, поставьте лайк. Это очень будет для меня приятно и вообще поможет каналу. Ну, а с вами я, да, прощаюсь. Удачи. Пока-пока.